Всем привет! Сегодня у нас на обзоре ВАЗ-2106 от автора Related Mods. Да, то есть вы все знаете, ах да, блять, помимо него еще и Кинемэшн делал, но короче не важно. Короче, у нас на обзоре вот такую ВАЗ-2106, тонировочка, диски, подприоры, там все дела, да. Рабочий, опа, блять, а почему Enable не работает? Ну-ка, дайте я сейчас проверю сам. А, вот почему. Вот, отлично. Так, ну вы не обращайте внимания на вот эту вот верхнюю залупу, вот эту оранжевую, в принципе. Думаю, да. Да почему так не работает? Ну ладно, неважно. Короче, что у нас правильно? Как я уже сказал, что у нас такой вот интересный экземпляр. Черная решетка. Стандартный бампера. Я, как я уже сказал, тонировка, диски, вот, приоры. А еще самое главное, здесь еще автозвук. Так что здесь вообще не ручки дверения, так что хрен ее здесь откроешь. А так вполне себе неплохой экземпляр. Ну что тут, ну смотрите, ну неплохие кресла, ну там еще что. Ну давай сейчас посмотрим. Да блять, отпусти меня сейчас. Все вот так вот, короче, садимся. Да ладно, так сейчас мы это надо убрать. А ладно, спасибо. Так, блять, а как ее закрыть то ладно, неважно, давайте посмотрим, что у нас. Во, мы можем так вот взять, посмотреть под капотом, что у нас. Под капотом у нас стандартный 1.6 карбюратор, вроде я не ебу вообще, ну посмотрим, типа, вот такой вот мотор, такой вот хорошенький, вот сами смотрите, такой хорошенький мотор, вот какая детализация, ой господи, не, ну вообще неплохо. Так, ладно, давайте закроем, что у нас находится на заднем ряду. А на заднем ряду у нас тоже все хорошо, так, ну, четенько вообще, так что на это срать. Давайте мы посмотрим, что у нас в багажнике. Ну, в багажнике вроде у нас тоже все нормально. Стоп, в смысле? Нет, вообще-то не нормально, если это автозвуковая шестерка, то есть автозвуковая шестерка. Какого хрена тут насрали, вот, колоночки? Почему еще не здесь насрали? И не насрали тут софтбуфер на весь багажник? Это что за говно, я не понимаю. Ладно, неважно, давайте попробуем на ней прокатиться, я ее чуть точек покоцал, но это не важно, как-то еще зеркало разбил, не думаю, что, да, она хорошо закрылась. Ну ладно, ребят, так, ну посмотрим, фары работают, все хорошечно, виды, ну смотрите, какие виды, во-первых, посмотрите на виды Дагестана, нет, это виды какого-то, короче, мы находимся в какой-то непонятной жопе. А, я думаю, здесь просто нет текстуры. Хотя, ладно, чем мне будет что-то значит. Так, ну короче, вот такая вот у нас шестерка. Давайте поездим на ней, узнаем, как она может. Что она вообще из себя представляет. Ну, до сотки прям вяло разгоняется, но вполне себе. Ну-ка, сейчас попробуем дрифт. Нет, да, нет. Так, ребят, все хорошо. Немного похасанили, немного херню пострадали. Давайте сюда завернем. Смотрите, смотрите, прям хорошо. Ой, бля, ёпта ж мать, так. Так, ничего страшного, блять. А как мне дверь-то открыть? Алло, ничего, через задний, через заднюю дверь что ли выходить отсюда, а? Ну ты это чё, вот так не разобрали-то сразу, ладно, хрен с ним, выходим из машины, смотрим. Ёкаламане, ну это тут ремонт, ну тысяч так 10-20. Помните, ну и деталь всего, давайте откроем капот, узнаем, что у нас под капотом. Ну, вполне себе двигатель живет себе нормально, только капот теперь закрыт не получится, давайте я попробую. Давай. Вот, отлично. Фух, так, попробуем открыть дверь. Да, господи, не так я хотел. Она не открывается. Теперь и не закрывается. Ладно, тогда использую такую вот тему. Блять. Я теперь заднюю дверь поменял. Мне тоже теперь ее ремонтировать придется. Да как так-то? Ладно, сейчас проберемся в салончик. Фух, ребят, я наконец-то дошел. Я теперь не могу так дверь закрыть. Ладно, придется сделать так. Все. Ладно, срать. Шестерка еще едет, и в принципе колесо не так уж сильно сломалось, поэтому
поехать дальше, изучать местность. Вместе, ну смотрите, как она может. Только давай, давай, давай. Вот, смотрите, как умеет она. Эта машина. Блять! Ладно, ничего страшного. Только надо этот бампер, этот большой вообще не мешал. Ну-ка. Во, пошел вон. Не нужен мне этот бампер. Давайте едем. Едем, едем. Спокойно. Раз, два, раз, два. Блядь! Ладно, ребят, ничего страшного. Ничего страшного. Все, блядь, нехорошо. Все просто незамечательно. Надо теперь выйти, найти выход. Во, видали, как я сделал? Надо теперь найти выход из этой хумани какой-то, из контейнеров. Я вообще не понимаю, как я сюда заехал и как я теперь обратно заезжать-то буду. Я вообще не понимаю. А, я вроде и нашел выход, да. Давайте мы поедем тогда сюда. Что там нас ждет? Так, давайте еще раз. Ручник. Давай, давай, нормально, нормально. Нормально так 1.6 тянет. Хотя, может быть, не дай бог, чтобы еще 16 сюда свалить можно было. Так, что там? Правильно, там какие-то горы непонятные, но все-таки... Ух ты, ё-моё! Выпей, Вася! Так, ну вроде мы остались живы еще. Ну, слава богу. А нет, мы повредили заднюю фару. Ну, в принципе, она не так уж сильно нам важна. Да? Да, разумеется. Так, ребят, я куда-то заехал, непонятно. А... Ты не заехал, я не понял. Непонятно, короче, место. Кстати, интересно, как со скелетом? Ну, как видите, я не знаю, где тут тазобедренный сустав, где тут кисть руки, а где тут череп. Просто непонятно какой-то скелет. Ну ладно, ничего страшного. С этим я за это его прощаю. Давайте попробуем выехать отсюда. Вот таким вот способом. Шестерка хоть и... А хотя срать, это же автоваз. Ого, прошу, блядь! Твою ж, я-то думал, что нет. Не получилось у нас. Ну ладно, хорошо. Бля, а как опять, а? Ну все, короче, как я думаю, наша шестерка умерла. Так что давайте попробуем выбрать другой вариант автомобиля. Сейчас, погодите, у меня грузик, потому что я скачал 100 модификаций, то есть я уже так нормально. И давайте, ну смотрите, тут прям огромное количество модификаций, что шестерка образца 76 до 90-х годов и образца до 2006 года. То есть я не знаю, какую сейчас хрень несу. Ну, короче, вот, давайте такой возьмем кайфовый Азулов. Во, братишки, чё тут, ну, по стандарту тренировка, тут насрали магнитолу. Кстати, вроде тут рабочие часы. Ну да, у меня уже полночь, 31 минута и вроде... Да, тут, да, рабочие часы такие вот. Никто из америкосов тут не додумался это сделать. Только русские смогли. Во, какая у нас русская смекалочка, чё тут у нас? Ну, тут всё нормально. Смотрите, как сейчас будем так фасать. Ну номер стандартный, блин, нравится, но ничего. Есть и русские номера. А как там этого? Как этого называют? Дайте посмотреть. Давай. Давай, как там? HTV2. Короче, насрать, поехали. Поехали. Узнаем, что из себя. Ого, это какая-то уже помощнее шестерка. Наверное, тут получше. Движок стоит. Ну ладно, это не важно. Давайте попробуем сейчас как-нибудь зайти в этот поворот. Блять! Ёб твою мать, ты чё, блядь, делаешь? Да ты куда? Хорошо, я понял, что я ни хрена не понял, что эта шестерка сейчас сделает. Ну то есть, смотрите, можно сделать так. Как-то. Это же азербайджанский стиль. Давай, давай, давай. Ёпта, давай. Твою мать. Да куда ты летишь, Ишак? Давай, давай, давай. Давай, давай. Ну как ты? На двух колесах. Во-во-во-во-во-во-во. Я, правда, не хотел сюда заезжать. Ну ладно, хрен с этим. Так, мы, походу, попали на какую-то древнюю, бля, площадку. Ух ты, ух ты. Это было вполне себе неплохо. Неплохо, так скажем.
Он не врезался даже. Ну, не знаю, что еще солнце моргает. Ну, то есть, ну, поняли, можно увидеть. Это видео, кстати, не для эпилептика. Ну-ка, давайте зайдем поворот. Ёбай, Вася! О, жесть, полнейшее, все. Нет, ну все, шестерка еще живет. Давай, да срать на грязь. Главное то, что ты работаешь. Давай, 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 хорош, братишка. Только, правда, она вся покоцанная, ну ладно, там братанчики не подлатают. Так, давай. Куда? Нихера себе. Тут она, конечно, дала. Ну, да, ну, короче, давайте узнаем. Блять, не могу выйти. Придется выходить из пассажирской. Только я вышел из этого, ну ладно, просто посмотрите. Какие критические повреждения этой шестерки, вообще насрать. Другое дело. Ну тут, ну немножко так подлатать, но точно так подбить кузов в нем. И вполне себе эта шестерка может дальше продолжать ездить на наших дорогах. Правда, конечно, это не русские дороги, и вообще хз где я, на какой-то промышленной зоне, в каких-то местах непонятных. Ну короче, срать. Едем дальше. Пока эта шестерка живет, сейчас найду дорогу. Нашел. Поехали, поедем от вида от салона. Кстати, тонировка пропала. Я, кстати, ни хера не вижу. Блять, куда я лечу? Ёб твою! Бля! О, какой-то... Ладно, какая-то железь. Давайте возьмем последнюю, какую-нибудь рандомную шестерку. Так, ну давайте выберем вот такую вот так. Сейчас я просто на рандом просто закрыл глаза. Какую взял? Ага, ладно, возьмем 1.5 полторашки. Не, ну вы просто посмотрите, what is a sexy автомобиль, просто посмотрите, какая шестерочка, прям, ну прям, вообще просто, это прям глядишь на нее и вообще просто, это же жесть полнейшая, ребята. Вот это шестер... Вот, вот как надо моды создавать, блядь. Учитесь. Вот как надо. Вообще просто красота-то какая. Эта модель еще с нуля сделана. Ну-ка посмотрим наш 1.5, как он выглядит. Ну, нормально. Ну, скудно, надо что-то помощнее нахерачить сюда, в эту сраную шестерку. Давайте, надо выбрать. Во, Engine, что там у нас? Полторашка, тут один есть. Во, сейчас насрём оттуда. 1.8. Может быть, быстрее станет. Может быть, есть тут Lost Edge 2. А нет, давайте поставим сейчас Heavy Duty Long Block. Хз. Я вообще не разбираюсь в этих всех модах. Ну-ка, ну-ка, срать. Экшаунс. Просто экшаунс. Интейкер, сток, эку. А тут ну сколько? Во. Насрём гоночную версию. Так, ну давай посмотрим, как выглядит это. 1.8. Может быть, модель другая. Нет, походу одна и та же самая. Ну хотя я не знаю, я не разбираюсь в двигателях АвтоВАЗа, вы измените меня, фанаты АвтоВАЗа. Давайте сейчас туда поедем и узнаем, как эта шестерка сможет. Так. И давайте узнаем, сколько разгон будет. Сейчас я найду у себя. Так. Так, давайте, раз, два, три. Так, что-то не так пошло. Ну ладно. Давай, давай. Сколько? 11 секунд, ребята. Вполне себе неплохо. 11 секунд. И шестерочка с 1.8. Блядь, а что там? Ёб твою. Че у нас тут? И хера себе, руль дрожит, конечно. Ты спокуха, братуха, ты чё? Нормально же все было, конечно же, пока я тут не врезался. Нормально, так. Сейчас вы с пассажирской, блядь. Сейчас, ну вот выйдем отсюда, посмотрим. Йо, Кеми Турбена, ёпта мать, ты чё такое, блядь? Я вообще не понимаю, что здесь произошло. Нормально-то, конечно, мы насрали эту шестерку, то есть, ну вы поняли, да? Опять их тут все какие-нибудь. Так. Может быть, нам здесь где-нибудь кто-нибудь поможет. Алло! Братан!
Нет никого. Ну ладно, срать, я сам тут как-нибудь разберусь. Но вполне себе вроде я остался жив, правда, походу я ноги потерял. Ну ничего страшного, там в больнице вылечат. Ну короче, ребят, сейчас, погодите, я поднимусь. Ну что ж, ребят, а это был, короче, вот у меня сегодняшний обзор на ВАЗ-2106. Да, то есть на эту шестерку, вот. Рельты ты какие-то непонятных кинемейшн. Ну короче, неплохая модель, неплохой мод. Вот, учитесь, ребята, кто создает моды, это в принципе хороший и оригинальный мод. Все свое, ну короче, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, что вы думаете по этому поводу всему. И, блядь, закройся багажник. Давай, закрывай. Давай, блядь, закрывайся! Все. Ну, то есть, что еще? Ну, правильно, подписывайтесь на мою группу во ВКонтакте и на мой телеграм-канал. Вот. Думаю, что это было для вас познавательное видео. Кстати, всех вас с 1 апреля. На самом деле, это было шутка видео, и поэтому, да. То есть, видео таких планов не будет. Это просто так паров. Я решил записать и протестировать ОБС на своем ноутбуке. Да при том, что у меня есть гарнитура, а не наушники с нормальным микрофоном. Поэтому, да, ребята, вы извините, что я записал какую-то очередную залупу. Ну, ничего страшного. Дальше будет больше. Буду осваивать монтаж на этом новом ноутбуке. И вполне себе будет все великолепно. Так, как уже сказал, да, ставьте лайки, подписывайтесь. Ну, короче, всем спасибо, кто посмотрел вообще это видео до конца. Всем спасибо большое, всем удачи, всем пока. Спасибо Реалайту Моцу и этим всем за такую прекрасную модификацию. Ну, короче, да пошло на все в пизду.